растягиваем, растягиваем. За руки держите друг друга. В Санкт-Петербурге активист против взноса на тележные улицы домов. Вот, собственно, решили взяться за руки здесь и Крисмир Вранский. Он сообщил о всем движении в губернаторе Санкт-Петербурга и Вишневский. Очень четко.
дальше куда-то там. Да. А, ну, да. Вы берете и идем. За руки возьмите. Она формируется совершенно по воле партии. Берите за руки, давайте, присоединяйтесь. Передайте по цепочке, чтобы вытянулись вдоль забора в ту сторону. Если почва, то нужно построить всех людей. Да, правильно. Вот вы это правильно. Да, Александр, я Друг друга за руки держите. Все здесь. Давайте сюда, за руки. Друг друга держите. За руки, сюда. Ну давайте. Сюда, за руки. Привет. Здорово. За руки, сюда. Немножко сюда. Сюда, немножко растяните. Сейчас. Сюда еще за руки. Держите друг друга за руки. Растягиваемся. Вот сюда, чуть-чуть сюда, налево. А мы не той стороной обнимаем. Там сейчас трудом, там на месте хорошо разделились, как зона. Они хотят 10 гектаров по лесу снести и уже начали его сносить. Потому что там были планы черновиковые. Ну так, у нас же с стройками это все хорошо, с экологией у нас плохо. Стройка у нас прекрасна, довольно прилично. Руки поднимаем. Давайте еще раз. Давайте на три поднимем руки. Давайте. Раз, два, три. Потом звуки наложим. Я там не получала сейчас. Я когда много пишу, у меня начинает болеть блок. Карина, у вас там какая-то ручка не работает. Новые навыки. Что, все, встали? Чуть-чуть там вниз. Держим. Молчание.
нужны здесь сегодня? Потому что этим домам, которые у нас за спиной уже на протяжении более года угрожает опасность. В конце 2017 года мы остановили снос, добились проведения экспертиз. Осенью прошлого года одна из экспертиз, которую нам предъявили, опять показала, что якобы это все аварийно, мы с этим не согласны. В общем, после совещания вице-губернатора Линченко было достигнуто договоренность, что до 1 марта общество охраны памятника подготовит заключение, позволяющее оценить возможность реконструкции этих зданий без их сноса. Если это будет доказано, что я надеюсь, то здания будут спасены. Я полагаю, что они не в таком плохом состоянии, чтобы нужно было обязательно что-то сносить. Дело в том, что даже в заключениях, которые нам представили, говорится об аварийности фундаментов, но не аварийности всех зданий. И часть фундаментов вообще в ограниченном работоспособном состоянии, то есть они могут держаться. Проблема в грунтах под ними, значит, надо просто укрепить этот грунт, провести соответствующие мероприятия. Есть возможность это сохранить, как мы полагаем, демонтировав только часть действительно аварийных конструкций, но не снося весь квартал. Это, на мой взгляд, недопустимо для исторического Петербурга. На следующей неделе буду встречаться с новым главой администрации Центрального района Максимом Мейксином. Будем обсуждать эту ситуацию, стараясь его ввести оперативно в курс дела, потому что прежний Андрей Хлытков, в общем, понимал, на мой взгляд, необходимость сохранения, хотя очень опасался того, что здания просто начнут складываться как гармошки, потому что действительно допустить аварии тут нельзя. Ну, будем надеяться, что все-таки мы сможем это сохранить. Вот акция направлена на защиту этих зданий. Символическая, но важная, на мой взгляд. Это одна из частей кампании по их защите. Пойдемте тогда, передвинемся сейчас. Еще туда? Да. Давай. Всякие традиции Китая и прочее. Нет, ну ты же
Там Что, говорит, позвони, вызови из гаража свой Мерседес. Я говорю, да, сейчас вызову Мерседес. Еще джипс охранника. Там заодно. Простите, вы с комфортом подвезли, да? Да, я ж неправильно депутат, живущий в служебной машине. Значит, съеду. Я надеюсь увидеться с Мексиком. Сюда друг друга берем за руки, кто еще остался. Я даже не знаю, что сказать. Это катастрофа. Это самая настоящая катастрофа. Снести вот это все.
Другого у меня нет определения. Это катастрофа. Спасибо. Физическим весом? Нет, не физическим, просто здесь нужно... Панель, пластмассовая. Ну, вот в этот отель, вот для чего? Идем в мои.